приветствую вас в музыкальной передаче «От всей души». С вами я, Аида Андар. Но для начала календарь праздников с 19 по 24 февраля. 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости. 21 февраля – Международный день родного языка. 23 февраля – День защитника Отечества. Дорогие наши мужчины, от лица коллектива женщин издательского дома «ТВА Медиагрупп» примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества. А вместе с ними пожелания счастья, добра, позитива и удачи. Отличного настроения, любви и уважения близких. И все это под мирным небом. Следующая музыкальная композиция специально для вас. Тюхан, сені ұдық болдым. Мал мағамыңыр, әт сәуіңір мені болды. Сенің бағазыңар кезерін үршеп тұрмын. Добрая, милая, светлая, дорогая подружка Мирабелла Сюроловна отметила свой день рождения. Дружба наша бесценна, воспоминания согревают душу, смех продлевает жизнь, а встречи незабываемы. Хочу пожелать тебе оставаться такой же родной и близкой мне. Будь самой счастливой, любимой, успешной, здоровой. Искренне от твоей подружки Ольги Николаевны. Следующая музыкальная композиция специально для вас.
13 февраля день рождения отметила Ольга Баянул. Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все ваши самые заветные желания. Желаем, чтобы в вашем доме всегда царило счастье и понимание. С уважением, ваши коллеги. Следующая музыкальная композиция специально для вас.
15 февраля – день рождения у Светланы Михайловны Катышевой. Поздравим вас, не называя цифр и дат. Пусть Бог вам помощь, как в народе говорят. Пусть будет верхом вашей жизни чаша. Пусть только к лучшему судьба стремится ваша. С уважением от родных и близких. Февраля – день рождения у Тимура Кыргызовича Ямбиль. Желаем самого главного – крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Пускай ваш каждый день будет наполнен яркими событиями и моментами. С уважением от коллектива. Следующая музыкальная композиция специально для вас. Кыргыз кыргызбарны ак
Свой юбилей 20 февраля отмечает выпускающий редактор республиканской газеты «Тувинская правда» Александр Филатенко. Александр Григорьевич – большой профессионал не только в газетном деле. Он долгие годы проработал и продолжает сотрудничать с телеканалом «ТУВА-24». Он интересный собеседник, опытный журналист и наставник. Коллектив «ТУВА-24» с большим удовольствием поздравляет Александра Григорьевича с днем рождения. Следующая музыкальная композиция специально для вас. Пистелергин Манакавы Сарглардан Зачейна Февраль Чербиштун Кунунте Чеден Харлан Юбилейн Тендеглеп Турар. Койчилдарда Тейли Савхозка Чолачилап Урет Нелдик Ажилдап Чоран. Ававы Стыванын Паштайка Херей Жейн Чолачиларның Брези. Амку Еды Хүндүлүг Тыштанылгада Подунын Ку Малын Малдап Чорур. Юбилейнің Ававыска Таразында Одурланы Паралғатывыз. Тосла төлін торықтұрып азырап қаан. Авыралды ававыстың байыр күні. Чажынданна ажыл білі қаңнатынған. Чаға іште шаңнап чоран ававыстыр. Чола ачылап, саанчылап чүні қылбаан. Чонның беді күндіткелін чедіп алған. Өрттемжеті парла бүгі әртінені. Өріш күні қадықшылды күзеп түрбіз. Чеден харны харлап тұрар күні білі. Ававысқа ажы төлі ойнықтары чорғарланып, құтық базып мүгейдіміз.
Если вы хотите поздравить своих родных и близких, друзей, то телеканал Тува-24 и наша программа специально для вас. Наш адрес – город Кызыл, улица Красноармейская, 100, дом печати. Кабинет 309, телефон 218-10. На этом у меня все. Берегите себя и удачи!